Что касаемо обмена пленных, обмены прекратились до Минских соглашений. Списки готовы, менялись списки. Тот обмен, который мог давно уже произойти до Нового года или до Рождества, этот благословленный обоими президентами обмен всех на всех, он, к сожалению, не состоялся. Его подтягивали под эти минские переговоры, и когда переносили минские переговоры, помните, они должны были еще 15 января состояться в Астане, в Казахстане, а состоялись вот недавно в Минске все-таки. И эти военнопленные сидят и ждут, когда же политикам удобно будет собраться, чтобы под эти минские соглашения их освободили. Пленных используют, зная, что в Минске политики не договорятся между собой, но что-то надо выдать на гора. Вот обменяем пленных. И каждый раз с Минских соглашений вообще надо убрать пункт о пленных. Их давно сами между собой поменяют командиры. Они умеют это делать. То есть сейчас даже получается, что пленные как бы стали заложниками этих переговоров, да, их вот под это дело организовывали и раньше времени не хотели отпускать, да, то есть если бы этот пункт не был учтен, то и процесс мог бы двигаться живее, да, я правильно понимаю? Да, их надо было вычеркнуть из этого, из этих 13 пунктов, 6-й пункт по пленным надо было вычеркнуть.